Разбор будет цифрами. То есть, какие у нас цифры? Вот, начинается вот, первый ряд, да? 1, 2, 3, 4, 5 и так далее до 13. Дальше идет ряд 14 и так далее. Вот начинается первый ряд, вот второй ряд. Гармошка. У меня хромка тульская, тональность до диез мажор. Условно говорить, будем говорить, что песня в ля минора. Итак, начинаем. Повторяется еще раз. Это был у нас куплет, сейчас пойдет припев. Левую руку. Начинается в ля миноре. Дальше соль мажор. До мажор. Опять соль мажор. Фа мажор. Ре минор. Вместе такой. И ля минор. Тут такая вставочка.
Ре минор и ми седьмой аккорд. И повторяется, да, первая половина. За вторым разом вторая половина меняется, конец, и тут мы берем после ре минора соль мажор. Вместе так вот. И пошел припев ре минор. Вместе так вот. Ля минор. До мажор. Соль мажор. Ре минор. Вместе так вот. И ре минор. Повторяется. Небольшие мелизмы, давайте покажу. Тут перед основной нотой, перед ля, берем ля, ля, соль, ля. То же самое ми, фа, ми. До, ре, до, ля. Красивый мелизм, фаршлаг. До, ре, ми, ре. Ре, ми, ре. Вот повторяется, и потом припев, да. Фа, соль, фа. Это у нас получается соль, ля, до, ре, до. Надеюсь, видео было полезным. Ставьте лайки и заказывайте свои любимые песни. Я вам сделаю разбор. Пишите в комментариях.